Доброго времени суток. Ну, с шутками сейчас дело, конечно, такое специфическое, но тем не менее, не будем терять внутреннего позитива, тем более присутствие духа, и начнем беседу. Приветствую вас, Юрий Рубинович. Приветствую всех зрителей канала Астралионика. Итак, у нас сегодня тема музыка в разных ее аспектах и, если угодно, в каком-то даже утилитарном смысле. То есть, что мы можем сказать о музыке как о средстве для. И вот теперь давайте поговорим, для чего. Ну, в первую очередь, хотелось бы поговорить о музыке как средстве для гармонизации личной жизни человека, например. То есть Хорошо. вот, мне думается, что, например, если муж с женой живут вместе и слушают музыку, которая более-менее схожа по стилям, это уже свидетельство о том, что эти два человека, они очень подходят друг к другу. Вот. И в то же время музыка, ну, как я думаю, это показатель уровня мышления, может быть, уровня восприятия человека, наверное. А как вы думаете? Вот тут хотелось бы тоже услышать. Ну, тут все именно так, это все несомненно, и много раз я затрагивал эту тему именно в этом смысле, именно в этом аспекте, и причем в самом широком взгляде на Да, я музыку слушал. как явление культурное, даже цивилизационное, и упоминал о том, что, по крайней мере, одна книга абсолютно точно говорит о музыке, которая проходит как, если угодно, некий такой космический камертон, а с другой стороны, как некое устройство, резонирующее со Вселенной, с пространством, с человеческим сообществом. Я имею в виду, конечно, книгу об оккультном значении музыки. Автор Сирил Скотт. На мой взгляд, глубже и одновременно шире этого исследования до сих пор пока нет. Есть попытки такого культуртрегерского узкого взгляда на музыку в конкретные эпохи, о которых мы знаем. Ну, там, допустим, более или менее что-то чуть-чуть нам известно о каком-то эхе, простите за такое слово, доносящемся до нас из древних культур через, конечно же, примитивизированную форму этой музыки, потому что все деградировало. Я имею в виду музыка Ближнего Востока, музыка Индии и так далее. Это такие специфические направления в исследовании культуры музыки. Но вот Сирил Скотт, кстати, будучи учеником очень интересного человека, а тот был прямым учеником великого космического духа, который мы знаем по имени Кутхуми Лал Сингх, он фактически получил такое целевое указание: пиши про это. Но уж Понятно. кому-то не писать про это, как музыковеду. Он ведь, кроме того, что был блестящим, очень таким своеобразным композитором, у него прекрасные фортепианные есть пьесы и многое другое, он был музыковедом профессиональным. Так что его книга – это труд в высшей степени профессиональный, и с другой стороны, это один из лучших образцов оккультно-эзотерического исследования влияния музыки на целые цивилизации, которые мы сегодня условно называем Атлантида, Египет, Индия, Европейская, Эллинская и прочее, прочее, прочее. Так что мы об этом Спасибо. говорили. Да, я помню. Спасибо большое.
Я записал себе этого автора, кстати. Вот я о нем не слышал. Нашли? Но... Да, я записал и хочу найти эту Ищите. книгу. Она того Конечно, стоит. конечно. И И... вообще я всем ее советую читать, даже тем, кто считает себя людьми далекими от музыки. Но если это люди взрослые, и особенно те, кто сформировался в условиях Советского Союза, где музыкальное воспитание, оно все-таки было в советских школах, ну, Конечно. по-разному это все проявлялось, но нам давалось очень многое из мировой так называемой музыкальной сокровищницы. Я не представляю себе урока музыки без прослушивания грампластинок, много Да, другого, было без такое, да. вовлечения нас всех во все это дело. В общем, это Было отдельная такое. тема. Поэтому, так или иначе, у людей нашего времени всегда на слуху что-то было обязательно из мировой классики, и это не только Бах, Бетховен, Моцарт, еще что-нибудь. Нам, например, наши учителя очень много давали в этом смысле. Но, конечно же, безусловно, и о русской классике всегда шла речь. Там и «Могучая кучка», и «Серебряный век», и так далее. То есть мы это все знали, я еще раз повторю, вне зависимости от нашего отношения к музыке как к фактору жизни. Это просто было необходимо знать, чтобы считать себя, я бы так сказал, не окончательным пентюхом, олухом и вообще, как сейчас говорят у нас в нашем обществе почему-то, фриком. Вот есть такое слово, устоялось. Есть такое. А уж что сегодня происходит, ну я так более-менее слышал, что у нас вообще с образованием, и тоже я этого вопроса касался, но мы сегодня будем говорить о музыке именно в таком, если угодно, мета-историческом ключе. И вот тут мне очень хотелось бы узнать у вас, какова ваша позиция, на чем она основана, как вы видите музыку, проникающую собою все эти эпохи, культуры. Вот это интересно. Хорошо, ну, мне вспомнилось высказывание Фридриха Ницше, что без музыки жизнь была бы вообще ошибкой. Вот по сути. И что касается меня, ну, с определенного момента музыка стала для меня вообще всей моей жизнью. Я, конечно, всегда к ней тянулся с детства. И впоследствии, когда уже стал обучаться профессионально музыке, то понял, что это моя жизнь. А как я это вижу, музыку сквозь время, я вообще знаю одну вещь. Я думаю, это, ну, сейчас уже далеко не секрет, давно не секрет, что музыка это же энергия звука. И энергия, она, получается, производит непосредственное воздействие на нас, на нашу ДНК даже сразу же. Уже. Об этом есть исследование, кстати, об этом позже у вас тоже, у меня есть вопрос для вас тоже по этому поводу чуть позже. Вот. Но музыка, она изначально, вот насколько я знаю, с первобытных времен сопровождала человека в первую очередь в разных вот ритуалах. Было вот эти ударные инструменты, все вот, как говорят же, ритм царь в музыке. То есть сначала, ну, по крайней мере, по официальной версии исторической, да, как появилось человечество, то есть, как что называется первобытным человечеством, да, или тем человечеством, которое было задолго до нас, то появились ритмы, первичная основа. Вот. Ну, насколько нам это официально говорят. Вот. Но я тоже думаю то, что, вот как вы сказали этому известному человеку, теоретику, надиктовывалось свыше, так сказать, и задание, и, возможно, и сама музыка, он же композитор был. То есть, и я просто убежден, что музыка дается свыше, и дается человеку каждому та музыка, которую он заслуживает, до которой он, можно сказать, дошел именно своим трудом. И
впоследствии получается, хоть и говорят, что музыку рождает народ, а композиторы потом берут из этого народа, да, вот как Глинка говорил. Но я думаю все-таки, что музыка приходит индивидуально к человеку, а народ, он уже усовершенствует эту музыку. Как бы кристаллизуется она в народе. И затем уже композиторы, профессиональные, непрофессиональные, ну, кто угодно, кто хочет это сделать, тот берет вот эти уже выкристаллизованные темы из народа, так сказать. А изначально, конечно, музыка дается Богом, потому что все звучит, как мы знаем, Вселенная звучит, вся каждая планета имеет свои вибрации, вот, звуковые определенные, ну, на разных частотах, да, которые нашему уху, понятно, не слышно, но даже когда-то я слышал какие-то расшифровки, вот, так сказать, звучания разных планет, и такое тоже есть. Вот. Да, это все реально. В свое время у меня даже были оригинальные кассеты с записью звуков, которые в акустическом диапазоне издают планеты Солнечной системы. Это записал Voyager 1. Послал на Землю, все это было расшифровано, и были мне эти кассеты. Я это слушал внимательно, надеялся что-нибудь там услышать, но не получилось. Но там была очень интересная потом мистическая история. Потому что я наслушался, а потом у меня начались полеты во сне и наяву. А, астральные, наверное. Ну, называть можно как угодно, потому что когда ты просыпаешься не просто с ощущением, что ты видел сон или в нем был, а когда у тебя на теле остаются реальные следы, то тут уже поди и сообрази, астрал, не астрал. Но это отдельная тема. Но она тоже присутствует, конечно. Это очень интересно. Что касается музыки, ритмов, собственно говоря, колебательных явлений, которые все изучают в школе, то фактически мы говорим о том, каким образом существует проявленный мир. И тут оккультная наука сегодня абсолютно сходится с передовой физикой, астрофизикой, и в том числе с теми самыми передовыми направлениями в этих современных науках, которые вообще не разделяют понятие вибрация, звук, феноменальное проявление чего-то материального. Ну а те, кто из наших друзей, кто нас слушает, по-настоящему, как следует, проработал тему пентасистема, опираясь на брошюрку, которую я специально подготовил, то им вообще ничего объяснять не надо. Потому что в этой работе на пальцах объяснено и, прошу прощения за выражение, разжевано представление о том, как формируется наш проявленный мир. И какие там пять основных вибраций, вокруг которых, собственно говоря, и вертится то, что мы называем природа, частью которой мы являемся. Именно поэтому я очень люблю отсылать к этой работе, потому что там, ну, я действительно как следует над ней поработал и объяснил почему. Потому что это учебное пособие для учащихся Академии Эниологии, Холистики и Целительства, где я и преподавал, и программы там разрабатывал, и во многом в чем участвовал. И для того, чтобы дать возможность на что-то опираться студентам, которые представляли себе самую разнообразную такую категорию людей. Это домохозяйки, это люди с незаконченным средним образованием, и это люди с несколькими высшими образованиями, но практически всегда не с какими-нибудь точными науками. А мне надо было всем им объяснять, что такое эниология, как там все работает, почему это все работает. А все-таки эниология – это наука об энергоинформационном обмене.
И вот фундаментом во всем этом и является наука о вибрациях, о волновых явлениях, о циклах, о резонансе. А дальше мы знаем всякие консонансы и все остальные наши музыкальные интересные штуки, как производные. И еще раз завершаю эту тираду, повторю, там я очень подробно, очень понятно, и мне об этом все говорят, объяснил, как вибрации формируют все, что мы видим в нашем мире, называемом природа. Вы заинтриговали, Юрий Ильич. А как это найти? Где это найти можно? Я всегда, когда речь об этом заходит, я всегда даю ссылку на эту работу. Она в Google облаке. Свободный доступ. Понял. И все, кто будет слушать, будут иметь возможность ее прочитать. И я всегда подчеркиваю, что особенно важно прочитать эту работу тем, кто занимается каким-либо родом деятельности, напрямую связанным со всем, о чем мы сегодня говорим. Вибрации, какие-то ритмы, то, что влияет на наше здоровье. То есть я говорю о категории целителей. Потому что пентасистема – это универсальный, безошибочный, не подводящий никогда и никого золотой ключик, дающий возможность понять в человеке огромное количество функционала. Начиная от психики, там это тоже все есть, и кончая уже каких-то тех самых функций, которые исполняют наши внутренние органы со своими связями между собой. И тут я перехожу сразу к утилитарной стороне этого дела, коль скоро мы сейчас об этом говорим. Там в этой работе дается соответствие пяти первостихий или пяти первоэлементов, смотря по какой системе мы это смотрим, или по платонической, эллинской, греческой, или по китайской, а суть абсолютно одна и та же. Как каждая космическая стихия отображает себя в нашей психике, в наших эмоциях, в нашей энергетике, в циклическом изменении наполненности энергией эфирных аналогов наших внутренних органов, как это связано между собой, и в этой таблице, которая там в конце есть, там, между прочим, есть и соответствие вибрациям. Каждой космической первой стихии соответствует своя нота. Вот в чем дело. Да-да-да. Вот, это оккультное знание, о котором все прекрасно понимают и знают это все дело. И даже используют десятки лет, не очень понимая, как это все проявляется. О каждой ноте там еще дан соответствие цвет. А это уже то самое, к чему интуитивно отчасти, а отчасти опираясь на оккультно-эзотерические знания Серебряного века русской культуры, пришел Скрябин, который является настоящим автором идеи цвета музыки. Да, да, да. Это на наших дискотеках в 70-х годах цвета музыка, мы считали, что это мы все изобрели. Это Скрябин все изобрел в начале 20 века. Поэтому, значит, и, кстати, по его имени назван первый по-настоящему универсальный и самый мощный в мире в свое время синтезатор. Аналоговый, который так и был назван АНС. Ух ты, я не знал. Ну, это Леша рассказывал. Леша это... Я понял, мы с ним общались. Да, но вот знаете, почему его зовут Леша? Почему? А вот он только с самым-самым близким об этом говорит. Да, ну так вот... Эдуард Артемьев – это, конечно, глыбища, Леша. И он много чего сделал для того, чтобы то, о чем мы сейчас говорим, еще глубже, еще выше зазвучало уже в каких-то таких ипостасях человеческого микрокосма, что дух захватывало тогда и до сих пор. Если послушать работы того времени,
особенно 60-х годов, когда уже начали на АНС работать такие будущие корифеи и одновременно бунтари, как Софья Губайдулина, Эдисон Денисов, Шнитки, многие-многие другие, вот это тоже кучка. Ну, безусловно, они много чего сделали. Это был такой прорыв в новый космос. Причем такой необъезженный и неукротимый. Вот что очень не нравилось советским культуртрегерам. Они все хотели укротить, держать в рамках. А какие тут рамки? Тут космос. Да? Да. Ну и с космосом тоже надо быть так поаккуратнее, иначе можно влипнуть в чернуху, чем, к сожалению, многие из них увлекались. И это отдельная история. Мы сегодня не про чернуху, мы сегодня про гармонию. И вот сейчас самое главное, наверное, что надо сказать о музыке. Почему это важно? Потому что сейчас мы в виде так называемой современной мировой музыкальной культуры имеем уже полный апофеоз разрушения всего, что связано у нормальных людей с понятием музыка. Эта тенденция, она началась, в общем-то, да, Вагнера вспомните. Да, да, я вспомнил. Там уже кое-что звучало. И, кстати, в книге Сирила Скотта о Вагнере говорится именно в этом ключе. Там есть предупреждение, к чему это все может привести. Потому что что ты в себя запустишь, какие силы, а ведь какие, кого ты запускаешь? Тех, кто подобен тебе. Значит, чем подойти к тому месту, где ты записываешь что-то, если ты профессиональный музыкант, или где ты считаешь, что через тебя что-то должно прийти, ты должен войти в состояние гармонии. А это уже приближение к Богу. Да, конечно. Потому что Всевышний проявляет себя в нашем мире строго законодательным образом. Тут полная математика и геометрия, абсолютная. И это золотое сечение во всех видах, в прямом и в так называемых функциях. Так вот, сначала ты сам должен стать гармонией. А мы сегодня видим, что безумные деньги тратятся, во-первых, на поощрение всего, что музыка не является по определению. Никак. Что является в лучшем случае такой серенькой какофонией. Нам это знаем. Какие инфернальные силы пришли в свое время кое-куда к власти и устроили целые исследовательские направления, начиная, кстати, с Аненербе, ответвлением которого является Тавистокский институт. Давайте это не будем забывать, потому что британский нацизм, он еще был покруче немецкого. Еще кто кого родил, тут надо разобраться, да? Фашизма не было, может быть, в его явной форме, но нацизм-то был. Британия всем показывала место, да? Ну да, исторически, конечно. Да, а потом уже, так сказать, втихую заразила этим... Чужими руками, да. Да, а потом уже те, кто всем этим руководил, для кого и Британия, и Германия, и США, и так далее, это просто винтики, это все щупальца, это все инструменты для главной цели их. Так вот, Тавистокский институт, еще раз повторяю, это могучая интеллектуальная система, которая разрабатывала огромное количество инструментов расчеловечивания. А человек по сути своей – это гармония. Вне гармонии человеческий организм вообще не может существовать. Это абсолютно доказуемо разными даже обычными науками. Там и нейрофизиология, и все что угодно. Там сплошное золотое сечение в нашем организме, на всех уровнях нашего микрокосма. И если начинается воздействие на человека дисгармонией, то есть всем, что противоречит золотому сечению, это разрушение.
как бы это ни называлось, какие бы громкие имена, титулы ни раздавались творцам этого безумия сегодня, это факт. И вот этому расчеловечивающему безумию мы должны, я считаю, что наш долг, поэтому мы должны противопоставлять усиление гармоничного воздействия на окружающее нас пространство. Вот поэтому мы с вами об этом говорим сегодня. Да. Я как раз хотел об этом и сказать. Потому что вот я своей цели, вы меня спрашиваете, как вот я чувствую, да? Я чувствую, что я должен, ну не просто я должен, а я сам хочу и должен как бы писать именно гармоничную музыку. И я считаю, что уже сейчас время вот этого авангарда, которым до сих пор еще кто-то увлекается в Европе, там, или у нас, наоборот, они еще там увлекаются, как бы, Европа-то уже давно поняла. Хотя конкурсы проводятся композиторски все равно на усиление вот этого вот всего, этой гадости всей. Я считаю, что сейчас пришло время, когда востребована именно гармоничная музыка. То есть, когда сейчас нужно восстанавливать все вот эти последствия, то, чего они натворили за все эти века, то есть нужно, точнее, преодолевать эти все последствия и восстанавливать гармонию в человеке. И вот, как вы правильно сказали, это же все влияет на наше здоровье, потому что если, например, вот, ну я даже по себе знаю, то есть если я буду слушать какую-то низковибрационную, к примеру, да, где-то случайно слышу, например, как пассивный слушатель, это очень даже влияет на мое, вот как-то, знаете, не то что настроение, а вот ощущение себя и настроение тоже, и уже энергетика, я чувствую, что начинает что-то вторгаться в мое биополе, что-то нехорошее. И по этому поводу я, кстати, хотел бы сказать, что как композитор я чувствую огромную ответственность за то, что я даю людям. Я вот тысячу раз проверю, все ли я правильно сделал, все ли я, ну, вплоть до каждой ноты, то есть стараюсь так делать, потому что это очень огромная ответственность. И музыка, как способ общения, вот в этом аспекте тоже можно поговорить немножечко, чтобы я это понимаю, как общение не просто людей, которые слушают одну и ту же музыку, а как общение тех, кто дает эту музыку, то есть композитор со своей аудиторией. А композитор, он, как правило, хочет что-то сказать всегда, чем-то поделиться. И я вот не понимаю тех, кто пишет ради того, чтобы либо просто написать, либо ради какого-то своего желания где-то выделиться или там заработать лишь только на этом. Нужно писать именно исходя из каких-то естественных вот потребностей души. То есть поделиться, что-то обозначить, что-то передать. Ну, я вот так думаю. Мое мнение. Это позиция просто нормального человека. Я уже сказал, что строго научно, пусть какая уж она не есть, но наука, которая оперирует параметрами и феноменами, которые можно измерить, грубо говоря, там, линейкой или еще чем-нибудь, это нормальная наука. Вот наука, которая там частицы гоняет туда-сюда, потом не знает, что она видит, и начинает придумывать частицам свойства. Совершенно. Вот такие вот, да? Это про коллайдер, да? Да, где сплошная мистика, причем она дурная мистика, в отличие от нормальной оккультной. А мы говорим о процессах созидающих, а не разрушающих. В этом смысле, кстати, об авангарде, так называемом, который вы упомянули. Mm-hmm. Ну, когда появился этот авангард, мы более-менее так имеем представление, и с чем это было связано? Это как раз связано с особыми свойствами психики западного человека, который при столкновении с серьезным жизненным испытанием очень часто ломается. В нем вот этот экзистенциализм, это его главная черта. И недаром есть те самые классики, у которых романы проникнуты вот идеей экзистенциализма, да? Угу. Ну, там, мы помним, ну, «Триумфальная арка». Ремарк, да. Значит, пример в музыке здесь какой? О чем я говорю? Шёнберг. Вот оно. Да. Собственно говоря, в 20 веке с него началось это.
А почему к этому было обращено внимание мировой культурной общественности? Ну как же, бывший узник концлагеря, да? Ведь было время, когда это так педалировалось аж до каких-то совсем уж болезненных там, моментов во всем этом. Есть то, о чем не надо вообще говорить людям без подготовки особенной. Это специалист должен изучать. А тут вот кто-то каким-то образом, используя удобный момент, обратил внимание на это творчество. Но ведь что это было? Это такой своеобразный черный квадрат, только похуже. Да, да. Малевич-то мы знаем, из чего все там родилось. Он просто замазал картину черным цветом. Была картина, он ее замазал. Угу. Появился первый черный квадрат. Люди со искривленной психикой, вот которые наркоманы и всякие разные там эти интеллигенты, решили, что это последний писк, что дальше ничего не будет, провозгласили это гениальным творением. Слава богу, продалось, Малевич нарисовал еще два, как минимум. Ну так тут и корысть, и абсолютно, в общем, вот это вот сдвигание по фазе. А тут уже нечто другое, так вот тут не квадрат, тут черная дыра получилась, потому что это гораздо более мощное воздействие, чем зрительный образ. И там же у него еще своеобразный музыкальный ряд был разработан. Додекафония. Да, 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 да. Но на самом-то деле не он ее разработал, он просто ее заимствовал для своих работ. Потому что додекафония на Востоке это сплошь и рядом. Ну и мир получил просто какую-то черную пропасть, куда очень многие полезли туда и рухнули. А потом это начали называть авангард. Это был авангард, Сергей. Это был авангард движения в ад. Так и а есть, мне об этом говорить есть, да. Еще проще, потому что я-то в качестве жизненного эксперимента я во всем этом тоже участвовал. Я слушал некоторые записи. Да, всю эту историю про атональный синдром. Да, да, да. И мы были действительно самой крутой в Советском Союзе официально существовавшей группой авангардного джаз-рока. Круче нас не было никого. Это потом были всякие уже там другие. У нас в Риге там СГА была такая группа. Мне, знаете, извините, перебью. Понравилось. Говорят, что там автором слов были вы. И, в общем, мне некоторых композиций. И мне понравилось, как там пародия на речь партийных деятелей, в общем, там с зажевыванием слов, ну, там такое что-то есть. Это на самом-то деле Олег Горбаренко у нас был такой локомотив. Ага. Это из него что-то такое изливалось. А мы с ним иногда устраивали синтез, такой буриме. И там много чего получалось. И, может быть, это и слава богу, потому что народ это веселило. Потому что мы-то несли такую чернуху. Это замла манна-зманна, вот этой группы, вот этого направления. Крис Катлер был такой продюсер, который всех их опекал. И Магма, и другие, я их всех знал. И с Крисом, он сюда приезжал, мы тоже общались. То есть я потом понял, что это была программа засосать в нее как можно экспериментаторов было. Советского Союза, а потом, это же начало 80-х. Перестройка. Так вот, я рассказывал о печальной судьбе участников нашей группы. Да, да, в тот раз рассказали, вот в прошлой нашей группе. Да, так вот, я просто хочу сказать, не залезая опять глубоко туда, что мне-то удалось выбраться, уцелеть и сохранить себя, и сохранить здоровье и все остальное, только благодаря тому, что после выступления в составе тонального синдрома через 1-2 номера во время наших рок-концертов, кстати, официальных, в первых в Советском Союзе Рижский рок-клуб был. Так вот, я просто брал в руки гитару, пел сам какие-нибудь там кантри-фолк-песни. Как кантри, и мы в дуэте с моим другом Ласло Вашвари, с венгром, пели. А это чистая гармония, там только гармония, и смысл, там хорошие тексты и так далее. Так что
Вот авангард в этом смысле это вот то самое. Теперь о том, как это влияет, и вы совершенно справедливо сказали, что взаимодействие с чем-то таким тяжелым в музыке, я сейчас даже определять не буду, там много чего тяжелого. Да, да, и басы так, даже одни чувствуют. В разных жанрах, из так называемой рок-музыки и так далее. От физики не уйдешь. Человек, особенно ну, сравнительно молодого возраста или очень молодого, есть люди, которые просто вжились вот в это, в рок. И все, это для них вся жизнь. Повторяю еще раз, от физики и физиологии не уйдешь. Это тебя будет разрушать. Вот никуда не денешься. Будут болезни приходить. Ты будешь удивляться, почему это? Если болезни, если ты сам силен генетически, значит твое искривленное поле будет искривлять твое жизненное пространство. А это, ребята, каузальное тело, о сути которого, о физической сути которого у абсолютного большинства вообще никакого представления нет. Напрочь. Ля-ля говорят, а что это такое? Не знаю. Так вот, каузальное поле, тело человека – это тело событий. Как кармически, да, получается, первопричина? Там все в нем присутствует. Это тоже физику надо знать, чтобы ну, не оказаться смешным перед настоящими титанами оккультного знания. Этим я хочу сказать, что ничто не проходит бесследно, как в одной песне было спето. Да, да, да. Это точно. И почему об этом спокойно можно говорить? Между прочим, привлекая к нашему разговору, будет такая возможность нам дастся. Да здесь же, между прочим, сакральная филология присутствует. Да, кстати. Археометр. Есть такая книга, написанная вечно лживыми учениками потрясающе светлого оккультиста Сент-Ивд Альвейдра. Вот Папюс, это его вечно лживый ученик, и ряд других. После смерти он ведь не оставил им главных ключей, к которым он надеялся их подвести, когда они будут этически готовы. Они были не готовы. А они решили, что у них все есть. Они написали книжку «Археометр». Там есть прозрачнейшие намеки на ключи. Там даже есть элементы ключей. И тот, кто знает вот эту физику, математику, лучше всех это знала Блаватская. Я, например, у нее колоссальное количество вот этих недостающих деталей получил. И вот ты начал читать тоже недавно. О цвете, свете, звуке, символе, числе и так далее. Это все воедино связано. Но в археометре есть очень важные элементы, в том числе достаточно хорошее, глубокое объяснение оккультного, скрытого смысла самых главных слогов, которые есть во всех современных развитых языках. Такие простейшие, как «га», например. Ну, это все знают сегодня уже. Что такое? Идти, да? Идти, да? Это не просто дорога. Идти. Дорога, путь. Нет, наверное. Изначально и главная суть этого слога – регулярное поступательное движение. Движение. Вот что такое. А проявиться оно может и в нога, которая должна... Да, и... Ну и так далее. То есть в этой книге даны самые-самые такие, я бы сказал, кристаллизованные понятия. Так вот. Первый слог в слове «музыка». Му. Давайте-ка вспомним, что одна из цивилизаций, которая существовала на Земле, лемурийцы, называлась Му. Это французы ее назвали «Ле Му», «Лемурия». Они себя называли «Царство Му». Так вот, здесь та самая сакральная часть. Те, кто знают, как выглядит в пространстве эфирный поток, который вызывается этим звуком, им ничего объяснять не надо. Они даже
цвет его назовут, как это в цвете. Но самое главное здесь можно сказать, что этот звук довольно определенным образом связан с функционированием так называемой корневой чакры энергетического тела человека, плотно-астральной его части, или четырехлепестковый лотос. Он пробуждается этим звуком му. И дальше... над головой получается. Нет. Нет, это корневой внизу, копчик. Да, получается? А, все, понял. Угу. Вот на что он влияет в первую очередь. А дальше там такая интересная штуковина получается. Вообще этот звук М, там где звук М, это материнская энергия. Энергия матери Вселенной. И с ней надо так поаккуратнее. И когда человек произносит ОМ и так далее. Но после М у нас звучит У звук. Но я... О нем могу сказать. Это синий цвет. У Блаватской все есть. Дорогие друзья, читайте. Это синий цвет. То есть это пробуждение целостной энергии в спектре синего цвета. А это? Это аджна. Аджна, да. Которая, как ее рисуют, наполовину желтая, наполовину синяя. Так вот, желтый цвет здесь, это цвет витального тела, он пробуждается, когда мы говорим М. Он поддерживает энергетику, продолжением которой является синий цвет. У. Значит, само слово музыка уже несет в себе эту инграмму энергетическую. Дальше, второй слог. В русском языке «зы». На самом деле это искаженное «си». И во многих западных языках или языках, как говорят филологи, там ведь «си» пишется, правильно? «Си», да. «Мюзик», правильно? «Си». Ну, да, «мюзик». В древнейших языках это был корневой элемент, обозначавший источник чего-то. В этом языке перемещение согласной и гласной местами не меняет сути главной. Есть корень «си», есть корень «ис». Энергетически и по смыслу высшему это одно и то же. И культура языков современного мира это прекрасно доказывает. Возьмите «тбили-си». «Тбили-си». «Тбили» – теплый. «Си» – источник. У нас есть город Си-Гулда. Ага. Си – источник, в котором когда-то в древнейшие времена золотишко там, золотой песочек был. Ага. Так что «Си» и «Ис» – это одно и то же по этой археометрической шкале. Значит, второй слог в слове «музыка» – это источник. А третий – «Ка». Душа. А что такое «Ка»? Ну, это мы считаем, что это душа. Это всего лишь одна из ипостасей человеческого микрокосма у египтян. А про древнейшее знание, которое пришло в Индию и было закреплено в санскрите. Меркаба еще есть. Это слог, обозначающий первочастицу, самое основное в чем-либо. Вот мы говорим «косточка». Мы говорим «сказка». В этом «ка», как в голографической частице, вся информация и вся энергия целостного объекта. Угу. Интересно. Я предоставляю нашим друзьям, которые нас будут слушать, теперь самим сложить в своем сознании, в синтезе, все эти три слога. И что они получат? Это целый прорыв в космос понятийный. Вот что такое музыка. Вот, друзья мои, как надо разбираться в сути того, что нас окружает. Все очень, очень просто. Без высасывания этого из пальца. Еще больше скажу. Каждый из звуков, которые содержатся в этих слогах, это строгая физика. Это не кто-то придумал. Это не какой-то ведун или еще кто-то там, не знаю, какой-нибудь авторитет. Где-то прочитал, что-то услышал. Это строжайшая физика. Вот и все.
Потому что речевой аппарат человека – это точная, абсолютно ясная физика звуков. Это частоты, у которых есть значение. У этих значений есть цветовое соответствие. Там, знаете, любой физиолог вам в конце концов об этом скажет. В том числе те физиологи, которые занимаются исследованием звука, извлекаемого человеческим аппаратом звуковым. Mm-hmm. Вот так. Поэтому все, о чем сегодня идет речь, строжайше научно, причем в лучшем смысле, физично и доказуемо. Именно поэтому к музыке надо относиться как минимум с уважением, понимая, что это основа мироздания. И, кстати, я и говорил еще и о том, что в тайной космической программе многие навигаторы, которые управляют гигантскими космическими кораблями во многие километры размером, у которых их мозг во время чипового подключения становится мозгом компьютерным корабля, ориентируется во Вселенной, друзья, давно уже не между галактиками, а во Вселенной. Вот куда человечество летает. Ориентируется по звуку. Уже составлены звуковые карты галактик, звездных систем, скоплений. Вот как все обстоит. Здорово. Там. Поэтому нам здесь это все надо иметь в виду и аккуратно себя вести со всем этим делом. Понятно. Вот хотелось бы перед тем, как задать вам вопрос, и хотелось бы сказать, в связи с тем, что вы сейчас только что сказали, мне очень понравилось окончание клипа «Шамана. Я русский». То есть, помните это окончание, когда с какого-то корабля там уже нас услышали, можно сказать. Вот. И мой вопрос, знаете, чего касается, как композитор, хочу спросить. В общем, я как-то узнал несколько лет назад, что есть музыка ДНК. То есть есть расшифровка ДНК параметров. И даже вот в YouTube несколько есть видео по этому поводу. И такой вопрос такой, как композитору, вот стоит ли вообще это, в это вникать или лучше писать по интуиции? Вот я почему-то склоняюсь, что вот моя интуиция, она мне скажет, как правильно. Либо, а вот это вот выстраивание в математическом виде по каким-то графикам, то есть мне кажется, это что-то искусственное. Или все-таки, если это правильно все, как бы это тоже уместно? Вот, ну, как вы это думаете? Отдельный вопрос. Этим напрямую занимался Горяев. Это и была, собственно говоря, точка пересечения моя с ним. В начале 90-х я рассказывал об этой истории. Я рассказывал, почему у нас тогда не срослось. Ну, а потом, когда снова наладился контакт, уже тут и он ушел. Понятно. Во-первых, это все действительно работает. Ну, пресловутая Гаттака. Вот есть такой фильм «Гаттака». Такой как бы фантастический, опять-таки. Да, там многое сказано на тему этой самой генетики, искривлений, чистоты, нечистоты, еще чего-нибудь. Ума Турман там играет в главной роли. Так вот, с этим надо быть еще более аккуратным. И все, чем занимался Горяев, это только лыко в строку. Сюда вообще нежелательно никак внедряться. Это во-первых. Насколько это важно? Действительно существуют так называемые звуковые карты генома. Они есть. И это отдельная тема, как это влияло на судьбы ученых, которые все изучали. Горяеву еще повезло. Там бывали другие всякие интересные дела. Следующий момент. Есть такой как бы фантастический фильм, который сразу стал классикой фантастики. Про него еще Рейган говорил. О, ребята, если бы вы знали, насколько вы все там точно показали. Да, это он Спилбергу сказал. Нашел кому говорить. У Спилберга были такие там консультанты, что он потом вынужден был подписать одну очень интересную бумажку, что лишнего говорить не будет. Точно так же, как и
все главные режиссеры и основные исполнители замысла так называемых космических блокбастеров. Они все там бумажки эти подписывали, включая Камерона. Это отдельная история. Так вот, фильм, о котором я говорю, «Близкие контакты третьего рода» Спилберга. Интересно. Надо контакт посмотреть. Там состоялся, в конце концов, через музыку. И почти никто не говорит. Ну, я не знаю, изучали, не изучали, но я-то человек любопытный, любознательный. Угу. Я начал копать. Оказалось, чтобы в фильме была использована часть той самой генетической музыки. Mm-hmm. Во как! Mm-hmm. И консультанты, которые там были, они очень хорошо свое дело знали. Так вот, там намек на то, ради чего на самом деле прибывают на Землю очень многие космические цивилизации. За этим самым. Только они, будучи цивилизациями, очень часто самовергнутыми в деградацию, в конце концов потеряли возможность эволюционировать и даже воспроизводиться естественным способом. И в результате это привело к тому, что их телесные оболочки перестали быть способными участвовать в формировании души. Душа формируется космофизикой человека. Это не то, что нам Творец дал. Нам Творец дал божественную частицу, самого себя. Она у нас в сердце. Душа – это плод наших эволюционных усилий. И физика этого процесса мне лично известна. Она во многом известна и тем, кто прилетает сюда за этой музыкой и разгадать ее не может. Да потому что у них допуска нет к самому главному, без чего все остальное это только какие-нибудь там частицы этого плода, конечного результата. Ну, чем заряжают клонов там и многих других. Но это не душа. Так вот, в этом смысле, эта музыка, это совсем серьезно. И поэтому я, как могу, аккуратно, осторожно предостерегаю людей от того, чтобы вот туда, не помолившись и в высшем смысле не причастившись, то есть не став этим самым световым потоком, а это и есть вдохновение, туда чем-то лазить. Это обычно плохо кончается. Спасибо большое. Но я вот сам так и чувствую, что вот мне как-то идет по моей интуиции, что не надо туда. То есть все и так идет, я и так сочиняю, то есть проблем нет. Как бы музыка постоянно приходит, и как бы вот так и действовать нужно дальше, получается. Да, можно ломать дров. Теперь... О чем я сегодня еще хотел поговорить? Да-да. Это интересно далеко не только мне. Потому что эта тема, она будируется, она будоражит людей. Очень часто приводит их к такому эмоционально нехорошему состоянию. Мол, вы там все настраиваетесь на 440 Гц нот а-ля. Ага. А на самом деле... Было 432 герца, это значит нам исказили, и все. И после этого все плохо. Вот ваше мнение, все плохо или что-то еще? Ну, я, кстати, об этом узнал где-то около года назад, что, оказывается, и в фашистской Германии в радио вот это применялось, то есть настройка вообще ля на 440. Получается. И мое мнение, знаете, какое? Наверное, все-таки это не является самым
важнейшим все-таки. Потому что сколько музыки даже в 440 вот взять, и она благотворно все равно влияет на людей. То есть, ну, главное, что заложено какой-то энергетический посыл изначальный, наверное, так. Потому что я вот пробовал свою симфонию даже, вот, ну, программа позволяет это в Кубейсе можно сделать, выставил в 432. И представляете, что было? Ну, я не знаю, это совпадение или нет. Послал знакомый, значит. У знакомой два кота. Она поставила на телефоне симфонию. Коты подошли и начали лизать телефон, когда симфония звучала. То есть это, я не знаю из-за чего, может просто, ну, интерес какой-то к музыке возник. А может быть это 432, я даже не знаю, как это вот, с чем это связано конкретно. Но на данный момент я вот как-то не принципиально. Вот раньше я вот, когда только это узнал, я думал, все, 432 надо делать. А физически ведь это невозможно. Вот даже в оркестре начать, вот одного скрипача, например, настроить на 432, даже если, то все остальные под него будут строиться, это уже будет с какими-то отклонениями небольшими. То есть это невозможно даже вот сделать вот чисто физически идеально, чтобы все... Нет, на самом-то деле, Сергей, это возможно, и современные возможно, технические средства это позволяют сделать очень быстро, но в конце концов, есть тюнеры, да, современные. Тюнеры. Вот я пользуюсь иногда, не часто, но я пользуюсь специальным итальянским тюнером, педальным, гитарным, где можно вручную выставлять настройку ноты ля 432, а дальше он автоматически все струны тебе по этой настройке выставляет. Ну да. Это есть. Угу. Точно такие же есть варианты, по крайней мере, для всех смычковых. Вот для рояля концертного, тут уже, простите, Steinway не будет этого делать. Значит, тогда надо перестраивать это на электронику. Духовые, пардон. Не будут, да. Значит, мы этой темы на самом деле тоже касались. Угу. И сегодня было много и, мне кажется, достаточно сказано о самом главном. Музыка наполняется той инграммой, той несущей частотой, тем светом, который излучается божественной частицей человека. Есть она работает, и настройка не важна. В конце концов, есть масса примеров. Восточная музыка, ближневосточная, индийская, китайская, японская, как они там настраивают? Они что там, 440? Да. Там настраиваются, как говорится, по душе. Да? Ну, как индусы настраивают, я прекрасно знаю, потому что я, опять же, с начала 80-х я еще и в ансамбле Джалтаранг участвовал. Интересно. Ансамбль классической индийской музыки, северной традиции. И меня туда занесло тоже. То есть мне не надо объяснять. Настройки бывают разные, а вот музыка, она передается не настройкой, она передается тем, что у тебя в сердце. Есть там что-то гармоничное, значит, люди, вне зависимости от культуры, еще чего-нибудь, они это услышат. Их минимально будет интересовать на 432, 440 или 441, или как у меня есть некоторые композиции, 459. Это специальная настройка. Каждая из этих настроек, конечно же, влияет в основном на какую-то часть человеческой вот этой звучащей системы. 432 в основном влияет на витальную составляющую человека. Она лучше всего отображается в витальном теле человека. Кстати, что это такое, тоже... Вот поговоришь с какими-то там знатоками, ну как-то они вот обходятся без него, а зря. Потому что витальное тело человека, от слова вита, жизненное, оно и определяет в человеке его ощущение себя здоровым. Не эфирное тело, не астральное, а витальное. И действительно происходит усиление каких-то компонентов витального тела при настройки в основном нота ля 432. 440 влияет больше на связь витального тела с астральным, работая на их взаимодействие. То есть речь не идет о вредном излучении, речь идет
о специальном инструменте, с помощью которого можно манипулировать перетеканием жизненной энергии в астральное, в тело эмоций. Можно управлять эмоциями. Вот для чего нацисты все это использовали. Понятно теперь. И другие теперь тоже. Но есть настройка 441 Гц. А это то, о чем говорил Шипов. Прошу прощения, Шмелев. Прекрасный исследователь древней египетской культуры. Кстати, в одном из прошлых воплощений тот самый Хеси-Ра, главный зодчий Египта, который строил ступенчатую пирамиду, которую все приписывают Джосеру. Не Джосер, а Джеси-Ра его звали. И все нормальные оккультисты, египтологи это знают. То есть англичане нам и тут наврали. Джеси-Ра, а он был Хеси-Ра, он был гениальным зодчим. Вот в последнем своем воплощении, и жил он в Питере, он написал несколько книжек на эту тему. И он был единственным исследователем в Советском Союзе и во всем мире, кто прочитал символы и изображения загадочные на деревянных табличках, которые были найдены в Саккаре, там, где проводились раскопки этой пирамиды. Он, будучи гениальным математиком, занимавшимся вопросами математической топологии, он увидел там ответы, а потом проверил, точно, все сходится. И там он нашел 441 Гц, как частоту настройки, с помощью которой фараоны и жрецы могли управлять высшим в человеке, направляя его вверх, туда, поближе к Богу. Ну, то есть, если писать вот с настройкой на 441, это будет именно, вот, несомненно, позитивно. Это будет поддерживать высшее в человеке. О, здорово, спасибо. Дальше, большое. 459. Это уже, пардон, мое исследование и потом своеобразное открытие. Это и есть уже непосредственное влияние на коронную чакру. Непосредственное. И прослушивание композиции на частоте настройки ля на 459 Гц, и мне об этом люди пишут, я никого не просил, они сами пишут. Угу. Он говорит, у нас открывается космос. Некоторые даже в контакт со своими родными цивилизациями начали входить. Ну, да, приятно, да, причем без негативных последствий, вот что важно, без захвата темными силами. То есть чистая связь, понятно. Но, надо... дорогие друзья, вот то, что я сказал, это совершенно не значит, что я вот рекомендовал слушать композиции с записью, с настройкой на 459, как способ выхода на контакт с высшими цивилизациями. Это получилось у некоторых. И не надо тут что-нибудь такое делать с таким намерением. У них получилось это легко, свободно и естественно. Почему? Потому что им музыка понравилась, а не частота настройки. Вот в чем дело. Так что... это главное. Да, спасибо большое. Вот хотел бы еще тоже добавить. Я как исполнитель, я же основное у меня образование музыкальное, я баянист. Вот закончил консерваторию в свое время тоже. И я заметил, когда я слушал, был часто на концертах живых исполнителей, живое исполнение в зале. Вот. И вот то, что вы сказали, что идет от сердца, то действительно и является истинным. Потому что бывает, слушаешь исполнителя, например, человек играет, ну, пианист, к примеру, ну, все вроде бы идеально, все, ни к чему не приберешься, не подберешься, вот, с точки зрения музыки, вот, внешне, а не цепляет за душу, вот, не цепляет и все. А бывает, человек там где-то, ну, вот, где-то он, допустим, зацепил там какую-то нотку лишнюю, там, разволновался, например, слушаешь его, а за душу берет так, что вот до слез просто. То есть это именно общение музыки. Через музыку общение исполнителя, ну и композитора тоже, конечно, изначально композитора, исполнителя потом, и уже когда музыка доходит до слушателя, вот это вот непосредственное общение музыканта с залом тоже очень важно и зависит действительно от настроя человека, который играет эту музыку и, конечно, пишет. Но чем мне нравится баян, между прочим, кроме всего прочего, да, важно, да. Человек держит его на уровне сердца. Да, кстати.
Это во-первых. А вот уж люди, которые играют на гитаре, так вот тут уж оно само играет. Это я говорю из собственного опыта, и для меня примером и образцом не для подражания техники. Этой технике подражать невозможно, потому что это за пределами уже, по-моему, чего-то человеческого. Я сейчас говорю о Томми Эммануэле. То, что он вытворяет, но такое ощущение, что играют две или три гитары одновременно. Вот такая техника. И причем с такой филигранной точностью попадания в струны, там, в ноты, со скоростью. Ну, это, например, композиция Tall Fiddler, которую он играет. Там какие-то такие уже скорости, что 64-е и еще что-то. Я понимаю, о чем вы говорите. У нас есть такой баянист Юрий Шишкин, Юрий Васильевич. Там такое чувство, как будто два баяниста как минимум играют за весь оркестр. И вот гитара в этом смысле, я могу ошибаться, но на мой взгляд, это самый инструмент, потому что он точно у тебя на сердце. И ты дополнительно еще и сердцем снабжаешь это резонирующее пространство, и вот тут оно себя полностью и проявляет. Есть музыканты, которые, может быть, еще более техничны, чем Томми Эммануэль. Хотя, ну, это диспутабельно. Но вот что касается зарядки этой музыкой, вот таких я просто не знаю. Я ищу, я постоянно слушаю это поле гитаристов. Еще очень важно, что Томми почти всю свою музыку он играет стоя. Кстати, я тоже. Мне гораздо легче играть, когда я стою, и гитара у меня на уровне сердца. Положение сидя я уже забыл, когда последний раз чувствовал, что мне удобно. Поэтому то, что звучит при извлечении музыки в таком положении гитары, ну, это точно от сердца. А сердце у него ну, такое большое, гигантское. Да. Ну, вот он его и перетрудил. В 2011 у него такой был случай, и, ну, его спасли, слава богу. С тех времен он вынужден принимать лекарства, и в этом смысле для Томми Эммануэля каждый концерт может оказаться последним. Вот в каком состоянии он живет. Это я, кстати, насчет того, что 17 октября Томми будет у нас в Риге выступать. Здорово. Все, кто имеет хоть какую-то возможность, ну, бросьте все. Присутствуйте на этом священнодействии, потому что это еще и лечит. И когда в одном из интервью Томми рассказал о себе, когда он был маленьким и, наконец, научился играть, уже к 7 годам он очень хорошо играл на гитаре, то люди начали замечать, что когда он играет, люди выздоравливают. Это Австралия, простой такой обычный народ. Там или да, или нет. Стало легче, значит да. И вот одно время его там чуть ли начали эксплуатировать в этом смысле. Но началась другая история, он просто стал с братом там по каким-то забегаловкам зарабатывать себе на хлеб, потому что они голодали. Они там голодали в этой Австралии капиталистической. Ну, а потом более-менее выбились люди. Так что музыка заряжается сердцем. Она пронизана, но заряжается она сердцем. Точно, точно. Ну, я, кстати, не знаю этого музыканта, я обязательно послушаю. Послушайте, кстати, можете начать прослушивание с ролика в YouTube, где Томми Эммануэль играет на концерте вместе с Алексеем Архиповским. О, это Архиповский. Да, это гениальный балалаечник со своей тоже мистикой, причем мистика, которая даже слышна на записях. Там слышен голос человека. И когда... А в каких записях? Я вот, кстати, на много. Во всяком случае, те, которые у меня есть, точно есть. Но там, конечно, работают звукооператоры, когда выпускают диски. Ну, Леша никак не мог врубиться. Что это такое? Почему на это внимание обращают? Он-то не слышит.
А это на записи слышно, это на концертах слышно, живых. И когда Леша сюда приезжал, это был 2017-й, и тоже чуть не умер на сцене. Мне пришлось ему, в общем, помогать, чтобы он живым до гостиницы добрался. Тоже отдельная история, которая мне дала хороший опыт, как можно людей возвращать с того света. Так вот, он никак не мог понять, в чем тут дело. Я Леше объяснил, и после этого за свою балалайку, которая ему досталась чудесным образом, она имеет свою историю, она начала 20 века, и там тоже был гениальный балалаечник, который ушел из жизни как-то странно. Чувствуете? Алеша играет на этом инструменте. Я еще раз повторяю, это то самое, что доказуемо. Вот оно. Ну, и поэтому Леша играет просто фантастически. Есть ролик, где он играет вместе с Томми. Обязательно. Да, так импровизированно взяли и сыграли Моцарта Алла Турка. Сходу. Здорово. Да, и вот после этого Леша стал обладателем второго именного приза. Первый мы вручили Томми, а Леша уже из моих рук получил аналогичный приз, там такой потрясающий кристалл там, с глазерной гравировкой его облика. Здорово, вообще... замечательно. Да, а теперь этот кристалл в Бразилии, между прочим. То есть такая тоже своеобразная мистика началась. В общем, все, кто в России на сцене что-то такое прекрасное сотворял, они все получили такие именные призы. Здорово. От центра Томми Мануэля, который мы когда-то тут организовали. Надеюсь, что и вам когда-нибудь достанется такой приз. Посмотрите. Дай Бог, спасибо. Томми, я думаю, что он вам понравится. Спасибо, а там, большое. Как знать, вдруг в вашем творчестве проявится какая-нибудь его гениальная вещь. Кстати, он нот-то тоже не знает, он все на слух. Да? Абсолютно, вот. Все на слух. Хоть вот рок, самородок. Хоть блюз, хоть джаз, хоть классика, вот Моцарт. Это все. Самородок, это да, здорово. Вот такой человек. Замечательно. Ну, и я еще хотел бы что сказать. В контексте вот, ну, не хочется о грустном, да, об этом уже тем более много. И вы говорите постоянно с Владиславом Платоном. Вот. Хочется просто сказать, что музыка нам сейчас жизненно необходима, чтобы вытягивать себя из вот этого, вот, куда нас пытаются затянуть, вот эта атмосфера накала, так сказать, ежедневного, какие-то стрессы. То есть нам нужно как-то держаться, быть в духе. И поэтому нужно очень избирательно относиться к музыке. Ну, и... Согласен, абсолютно. И нам нужна не просто музыка, нам нужна... Вот та самая, исцеляющая. Та самая, да. Огромное количество музыки, действительно хорошей, которая такая энергичная, заряжает. Исполнители, которые вкладывают энергию, душу, свой гениальный талант, вот такую энергичную музыку. Придет еще время. Сейчас нужна исцеляющая музыка, наполненная мелосом. Мелос, мелодия. Само слово «мелос», а слово «мел» – это греческое «сладость». «Мелон» – «сладкий». И «мел» – это латинское уже «мед», между прочим. Мед – это сладкость. Да, так вот, нужно то, что насыщено мелодией, возносящей, исцеляющей, созидающей. И вот тут не важно даже, в каком жанре или стиле. Главное, чтобы это было позитивно, чтобы минор не превалировал, чтобы там было жизнеутверждающее нечто, но чтобы оно не било энергии слишком мощно. И так бьет со всех сторон. Нам что-то, как поэт сказал, для отдохновения души. Типа эмбиент, да, вот как вот... Ну, эмбиент, да, это всего лишь один из вариантов. Один из, да. И, кстати, когда мы говорили на тему эмбиент, я ведь смотрел. Подчеркивал, что сама эта музыка родилась из идеи
создать акустическое пространство для человека, максимально комфортное. И я помню. И эта максимальная комфортность должна быть даже просчитана. Вот чем занимался Брайан Ино. И у него есть несколько альбомов с математической точностью выстроенных. И там действительно это. И оно исцеляет. Если мы говорим уж об этом, то альбом Thursday Afternoon, после полуденный четверг. Вот идеал. Это голографическая музыка, то есть акустическое пространство, даже на двух колонках в стереоварианте, оно наполняет все вокруг бесчисленным количеством акустических точек, каждая из которых максимально комфортна. Никто близко не приблизился вот к этому произведению до сих пор. А я его что-то такое более или менее есть, но не то. И, кстати, сам Брайан Ино дальше этого не проник. Его попытка была альбом Neroli, но он получился уже такой немножко тяжеловатый. А уж многое другое, ну там вообще прекраснейшая музыка в альбоме, который он написал с Харолдом Баддом. Это второй человек после него. Это его соратник, соучастник, сотворчественник, если угодно. Они написали альбом The Pearl, «Жемчужина». Еще одна вершина, где просто такая воздушная, такая невесомая музыка, именно музыка, проникнутая космическими мелодизмами и с этими электронными эффектами, которые дали возможность расширить до беспредельности вот эти вибрации, реверберации и так далее, и так далее. Дали и глубину, и высоту. Только уметь этим пользоваться надо. Правильно, да. Есть и другие в этом жанре. Вот эти, те, кто начинали. А как всегда бывает, вот как New Age музыка появилась, прекрасная, мелодическая, самобытные авторы, новые веяния, свежие, красивые, мелодичные, а это взяли, захватили, New Age просто начали на коленке на кухнях штамповать с птичками, там, с рыбками. Это в ничто просто обратили. Примерно так же и с Ambient сегодня обстоит дело. Тем не менее, там есть очень хорошие авторы. Например, брат Брайана Ино, Роджер Ино, у которого в 80-е и 90-е годы прекраснейшие были альбомы, где и ambient, и такая щемящая классика, в духе Свиридова даже. Вот у него такие альбомы были. И с вокалом. Здорово. Просто, ну, обалдеть. Я прошу прощения за это слово. Я когда услышал в первый раз один из альбомов. А сейчас вот он уже больше и больше склоняется к минимализму. И у меня сейчас последний его виниловый диск, Роджер Ино, это вершина, мне кажется, в его творчестве. И, дорогие друзья, вот это надо слушать на хорошей аппаратуре. С хорошей иголкой, с хорошим усилителем, с хорошим проигрывателем и с колонками. Это не значит, что вы не услышите там ничего на средней аппаратуре. Просто на аппаратуре высокого качества. И я вас уверяю, это сегодня можно купить. Не обязательно гоняться за high-end. Не обязательно. Есть хорошая, приличная аппаратура. Доступная по финансам. Виниловая, бюджетная. Да, ну главное там на патефоне ее не крутить на старинной. Вот, то есть... Я это говорю из опыта. У меня не супер-пупер. Я не настолько обеспечен материально. У меня финансы на другое направляются. Но все, что связано с звуковоспроизведением, я очень хорошо слышу. Вот это моя беда. Поэтому для меня важно. Я могу годами копить деньги на покупку аппаратуры. Это будет какой-нибудь старинный, там, 70-80-е годы Marantz. Тогда это был верх и до сих пор остался.
например, усилительные или колонки, но я буду ждать этого момента. Зато я слушаю Роджера Ино, вот этот виниловый диск, я там такое слышу, там такое дыхание космоса, там классическая музыка и с таким послевкусием, там такое тончайшее, неуловимое, уходящее куда-то в космос эхо, как будто ты в другом мире находишься. И музыка проникнута классикой. И вот этим я называю это ренессанс классической ambient музыки, основанной на классике. Для меня сейчас это вершина в том, что я слушаю. Я не могу все слушать, но, по крайней мере, я внимательно слежу за этим жанром. Но есть и другие варианты. Есть среди нас люди, героически выполняющие свою работу. Война – это тоже место, где люди работают. И от их работы зависит сегодня будущее мира, а не того места, где сегодня идет война. И если им в их работе непростой во всех смыслах, и прежде всего в психологическом, и прежде всего в духовном смысле, помогает, не знаю, там, шаман, ДДТ несчастная, еще кто-нибудь, значит, им сейчас это надо. Конечно. Для выполнения их работы. Это как в кузнечном цеху, где паровой молот там работает, но там как-то скрябино слушать. Ну да. Все понятно. Да, вот да. Тот самый случай, редкий, когда heavy metal, когда там какое-нибудь что-нибудь такое, ну, да, вот да, в да, этом да. месте оно ритм будет задавать, ритм там очень важен, пусть там работает. Вышел оттуда, слушай Бетховена, Моцарта, еще чего-нибудь, желательно. Я никому не навязываю. Поэтому там люди слушают то, что им ближе. И потом, кто это такие? Да это обычные люди, которые родились, сформировались, а многие уже и родились, и сформировались, и выросли уже после 91 года. Они не застали того времени. Это люди, которые в чем-то еще имеют в себе вот это расчеловечивающее нечто, запущенное в российское духовное тело и разлагавшее его до киселя. А они не кисель. Вдруг оказалось. Вот чудо. А почему? А потому что у них в генах и на метагенетическом уровне в них звучит и Глинка, и Мусоргский, и Скрябин, и Чайковский незримо. Он там звучит. Мелодика там есть. Точно. И она требует мелодики ритмической, совпадающей с их делом. Она этого требует. Пусть они это получат. И в других местах, где люди на своем рабочем месте, а это может быть, между прочим, операционная, нейрохирурга, который, я знаю таких людей, я поэтому об этом говорю, который слушает Баха в специальных наушниках, чтобы он и коллег мог слышать, но он Баха слушает. Понимаете? Настройка. И у него, конечно, за последние 9 лет не было ни одной неудачной операции. Вне зависимости от того, что он там оперировал. Ни одной. Это показатель. Это больше, чем показатель. Это тема для разговора. Вот это примерно такая же тема, как ни одной неудачной операции у святейшего отца Луки, митрополита Симферопольского и Крымского, воина Ясинецкого, который к этому делу пришел определенным образом. Есть фильм блестящий про его жизнь и судьбу. Всем советую посмотреть. Это не про музыку, но это про это. Будучи священником в духе, он был блестящим хирургом и специалистом по гнойной хирургии. Это самое тяжелое в современной и в той хирургии. У него не было неудачных операций.
Потому что в операционной всегда была икона, даже при том, что его сажали постоянно. А вот выходила все равно икона. И молитва. Молитва перед операцией. И некоторые из пациентов, которые от наркоза отходили, потом там втихаря рассказывали, слушай, а там ангелы стояли, видел, сам видел. Mm-hmm. Вот. Мурашки. Вот участвуют в удачных операциях. Да. Вот почему одни операции удачные, а вторые неудачные. Это главный ответ на этот вопрос. И я знаю и другие примеры. Мне с ужасом рассказывала супруга одного нашего хирурга-онколога о том, что вот большая операционная, несколько столов, и на всю катушку гремит heavy metal. Ой, ужасно. И все под эту музыку оперируют. Она с ужасом об этом говорит. Сама врач. Mm-hmm. Она говорила, что муж превратился непонятно во что. В маньяков какого-то. С ним разговаривать невозможно. Это было 8 лет назад. Я почему-то сейчас вспомнил. Вот, что такое музыка. В конце концов, самая высокая музыка, проходящая через сердце человека, это самая высокая молитва. Потому что можно в словах поскользнуться, можно текст молитвы как там исказить, а музыку, проходящую через твое сердце, когда ты думаешь о Всевышнем, это исказить невозможно. Вот поэтому-то и духовные, православные и другие песнопения, насыщенные особым духовным наполнением и энергетикой, и сопутствующими словами, вот это всепобеждающее оружие. И я, если уж, вот меня иногда спрашивают, вот про те самые нехорошие события, которые там сейчас происходят. И мне об этом говорят, и меня спрашивают родители тех, кто там сейчас выполняет свой долг. Как им помочь? И об этом говорят. Я не случайно сегодня на эту тему так начал говорить. Mm-hmm. Да потому что это они слушают. И многое другое, что, на мой взгляд, и на ваш, может быть, как музыканта, ну это совсем уже. Но повторяю еще раз, это помогает им выполнять свой долг. И мне пишут родители или родственники, ну они же там это слушают. Я говорю, да, они слушают еще другое. Крики людей, умирающих у них на руках. Грохот вот этот военный. И я им говорю, если есть у вас хоть какая-то возможность, пошлите им источник звука, чтобы наушники можно было. И чтобы хотя бы там, ну сейчас же MP3-плееры, там все что угодно сейчас есть, там, в смартфонах все это есть. Чтобы они хоть раз в день, может быть перед сном, послушали бы высочайшую классику и очень желательно молитвы. Я им дал список, в котором есть, между прочим, и Борис Христов, мною глубоко любимый и высоко почитаемый. Я считаю, что это лучший бас всех времен и народов, исполнявший такую музыку. Ее слушаешь, и тебе не надо объяснять, какому Богу он молится. Не надо. Там все присутствует. И это одновременно. И музыка в классическом смысле. Это одновременно и духовная, конечно, клирикальная музыка. И это одновременно духовное явление. И поэтому этим ребятам там это тоже надо слушать. Тут я, прошу прощения, как доктор говорю. Здоровее будут. Хорошо. Вот так. Спасибо. Что, мы с вами здорово сегодня. Да, замечательно. Огромное спасибо. И мне кажется, по делу. По делу. Да, надеюсь, что у нас еще не один такой разговор состоится. Взаимно. Во-первых. А во-вторых, после того, как вы послушаете Томми Эммануэля, угу. Не только вместе с Лешей Архиповским, но и по отдельности некоторые его композиции. Может быть, мы как-нибудь что-нибудь услышим и в вашем исполнении.
под каким-то таким влиянием. Бог его знает. Возможно, потому что чем больше слушаешь, тем больше впитываешь, и оно каким-то образом, вот если понравилось, оно синтезируется потом в музыке. Да? Оседает и кристаллизуется. Так что будем выращивать правильные кристаллы высшей музыки. Точно. Ну, спасибо вам большое, Юрий Иванович. И вам спасибо за очень такую комфортную и важную беседу. Она состоялась, и давайте пожелаем нашим друзьям, прежде всего, конечно, здоровья во всех смыслах. Конечно. Ну и успехов во всех главных делах, тех делах, которые вы делаете с мыслью о высшем и об общем благе. Да будет так. Замечательно сказано. Я присоединяюсь всецело. Ну, от себя хочу добавить, что... Что бы ни было, никогда нельзя падать духом, никогда нельзя унывать, даже если кажется, что уже все равно нужно какие-то силы всегда в себе находить, и в этом нам поможет вот прекрасная музыка, о которой вы говорите сегодня. Народная мудрость говорит: не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. А физика духа – это особый разговор. И им точно ни в коем случае нельзя падать. Потому что падение в духе – это от падения, от источника. Вот почему это опасно. Но мы настраиваемся на правильный лад, и все у нас получится. Так что до новых встреч. До новых встреч. Спасибо большое. Счастливо. Всего доброго.